11 лет, да? Ты в каком классе? В пятом. В пятом классе. Ты сюда пришла по своей инициативе или по инициативе родителей? По своей. По своей. Ты хочешь играть, да? Да. Играть в роли. Больше интересует театр или кино? Ну, вначале, конечно же, театр, а потом уже кино. А почему, конечно же? Ну, потому что вначале надо начинать с театра, а потом уже в кино. А если сразу с кино начать, что случится? Ну, не знаю. Тоже будет хорошо. Тоже будет хорошо, да? Какой-то опыт есть? Да. Какой? Я не участвовала, а была в школе телеведущих на Первом городском. Угу. Вот. И еще прошла кастинг. Куда? Вот. Есть... как Яралаш. Казанский Яралаш, да? Да. И шутку, и серьез. Ага. Хотелось бы вот узнать, как тебе там на Яралаше? Нормально? Или ты не играла еще, не снималась? Нет, я еще не снималась. Еще не снималась, да? У тебя есть какой-то опыт, может, в пьесах, в школе? Ну, да, я в школе хожу на театральный кружок. Значит, ты зала не боишься людей заполнить? Нет. Не боишься, да? И также не будешь бояться камеры и съемочной группы какой-нибудь, нет, да? Вот. Хорошо. Какой-то стишок есть приготовленный? Да. Расскажешь? Да. Понятно. Сидя, стоя, как тебе удобно? Сидя. Сидя, хорошо. Свинья под дубом вековым наела желудей до сыта до отвала. Наевшись, выспалась под ним, потом глаза продравши встала и рылом подрывать у дуба корни стала. Ведь это дерево вредит, из дуба ворон говорит. Коль корни обнажишь, оно засохнуть может. Пусть сохнет, говорит свинья, ничуть меня это не тревожит. В нем проку мало вижу я, хоть век его не будь, ничуть не пожалею. Лишь были б желуди, ведь я от них жирею. Неблагодарная, примолвил дуб ей тут, когда бы вверх могла поднять ты рыло, тебе бы видно было, что эти желуди на мне растут. Невежда также в ослеплении бронит науки и учения и все ученые труды, не чувствуя, что он вкушает их плоды. Чудесно. Допустим, представь, что мы снимаем рекламу, какую-нибудь рекламу, да, и тебе нужно прорекламировать и продать мне лично, да, какой-нибудь такой товар. Давай представим, что ты продаешь мне слона. Вот стоит такой рядом гигантский слон серый такой, воду пьет из хобота, да, и хоботом, и продай мне его, скажи, какой он, какой? Вам слон пригодится, потому что в машине, когда вы едете куда-нибудь в машине, всегда пробки или гаишники останавливают, а тут купите слона, и не будет никаких проблем. Он все растопчет и пойдет, да? Да. Чудесно. Спасибо, уже появилось желание купить. Вот. Ты готова играть, да? Да. Не стесняешься, не боишься. Понимаешь, что съемки — это не как театр. Тут бывает часто съемочная группа готовит локацию, там свет ставит, камеру. И актер бывает часами сидят и ждут своего часа, как говорится. А потом выходит на 10 минут и потом опять следующий кадр. Ставят, опять 3 часа сидят, да? Вот такая вот работа. Очень скучная на самом деле, не такая веселая, как кажется, на первый взгляд. Тяжелая бывает. Ты готова, да? Да. Вот весь день с утра до вечера там сидеть на съемках. Да, бывают съемки ночные, тебе придется там ночью сниматься, да?